Каждый шестой украинец работает за границей. На заработки в среднем выезжают до 6 миллионов граждан нашей страны. Это 16% населения. По данным Центра экономической стратегии, за границу украинцы едут в основном, понятно, за высокой зарплатой. Но большинство трудовых мигрантов все же возвращаются в Украину. С 2014-го уменьшился поток гастарбайтеров в РФ, зато вырос в направлении Западной Европы. После 2014 года украинцы стали вдвое реже покидать страну навсегда. Всего же за последние 15 лет не вернулись почти 6,5 миллионов человек.